выполнил такие все задания. Помните, в прошлой серии мы остановились на том, что нам нужно было продать там супа, колбасы. Выполнил сначала я одно, потом мне по заданию выпало еще продать 60 наших продуктов. Так что все, с этим мы справились. Я немножечко подготовился. Что нас стучит? Кто стучит? Ты стучишь? Или кто стучит? Так. Да, ты стучал. Но это до тебя заберем. Чтоб ты не стучал. Вернем тебя на место. Где ты? А то этот звук какой-то неприкольный. Так. О чем я там остановился? Да. Я же говорю, немножечко поубирал столики, заказал себе железные, чтобы было все у нас идеально. И, наверное, я не буду сильно много расставлять столов. Хочу, чтобы у нас была приличная кафешка, а не какая-то рыгаловка. Знаете, чтобы нам не заходили сюда всякие сброд. Так. Давай мы тебя расставим обратно. Так. Вот так вот. Стоишь нормально? Вроде да. Так, тебя тоже наверх давай. Имбя сюда. Где-то у нас шлем был. Давай шлем сделаем вот так. Во, все, вроде красиво. Здесь у нас будет такой отдельный VIP-столик для обычных граждан. И дальше, я так понимаю, мы тоже будем расширяться влево. Так что там тоже поставим пару столиков. Так, давай идем сюда. Таверна номер 8. 1350. Есть. Новое здание. Хотя что-то переведено как задание. Ну ладно. Новое здание мы получили. Давай сразу улучшение. Помощник фея бармен, да. Новый поднос 500, давай. И новая мойка есть. Шикарно. Что нам нужно? Нам нужно подойти к фее. Назначить колокольчика. Давай, наверное, Азалия у нас будет барменом. А колокольчик будет у нас с официанткой. Все, отлично. Водичка у тебя есть. Суп еще 10 есть. Мяса много. Так, сейчас мы вам понямать дадим всем. И будем дальше смотреть. Так, хорошо. Только проблема бармена сейчас будет заключаться в том, что это первый уровень у нее. И она нам будет наливать очень плохое пиво. Вот, вы как вы видите, у нас территория расширилась. И нужно будет сюда заказать сейчас столы. Тем более почти 5 косарей у нас денег есть. Я думаю, мы можем себе позволить. Так. Железная мебель. Давай. Раз. Два. И вот так вот. Делаем. Ждем заказ. Сейчас расставим здесь все. А где наш бармен? Давай посмотрим. Может, ты вино наливаешь, зайчик? Или не? Где наш бармен? У нас же вроде есть пиво тут. 23, да. Во, пошло. Давайте смотреть. Да, плохого качества, но ничего страшного. Я думаю, через пару дней она набьет руку, и как раз будет все хорошо. Возможно, сейчас люди будут жаловаться. Но тут ничего не поделаешь. Так, мебель. Где наша железная? Вот железная, наш человек. Давай, наверное, тебя поставим. Можем же сюда куда-то поставить. Ну так, смотри, да? Будет. Будет красиво. Убираться, конечно, нам будет неудобно, но я думаю, как-то мы справимся. Или лучше. Сейчас, погоди. Запрячь.
Не садитесь сюда. Ну ладно, сели, пусть сидят. Вот еще железный столик у нас. Давай его вот сюда. Да, пусть так будет. Наверное, нужно будет этот столик. Слышь, ребята, а ну чухните отсюда, прошу вас уйти. Давай, уходи, я сказал. Я хочу заняться перестановкой. Давай, наверное, вот так его поставим. Реально, чтобы я мог и спокойно убираться здесь. Да и смотрелось оно как-то по-другому. Во. Вроде отлично, да? Даже сюда влезет один столик. Все хорошо. Ага, да. Слушаю вас, что вам? Попить водички. Хорошо, сейчас принесу, подожди. Сейчас принесу тебе водички попить. Да, кстати, здесь можно просто зажать кнопку и не крутить ручку, как я это делал в первых трех сериях. Но уже поздно. Что записал, то записал. Не буду же ради этого перепроходить игру, правильно? Так, давай сюда смотреть. Железный столик второй. Давай сюда тебя. Правильно? И вот сюда. Только давай, наверное, сделаем чуть-чуть вот так как-то. Чтобы все более-менее было ровненько, но оно не ровненько. Так, хорошо. Сколько здесь? Два кубика, а здесь один, да, кубик? Давай, наверное, вот так вот. Да? Более-менее ровно. Ну, почти. Что могу сказать? Ну, почти. Так, что ты, зайка? Идем, домой пора. Заходите еще. Что у нас по поводу мебели? Осталась только дорогая. Деревянную обычно я не буду. Не хочу ее ставить. Блин, давай куда-то глобус поставим. Я же хочу избавляться уже от обычной деревянной мебели. Давай сюда. Нужна водички будет сейчас нашей посудомой. Моечная фея. Так, продать эль, продать вино. Угу. Ну, уже для этого есть бармены. Пусть продают. Плюс есть три официанта. Так, не туда буду понес. Плюс есть три официанта. Это уже хорошо, правильно? Что у нас тут? Корм нужен? Да, вот тебе, на. Понямай. Ну да, пиво такое себе ты делаешь. Ну и тоже, я здесь реально ничего с этим поделать не смогу. Так, ты вино, да, наливаешь? Давай посмотрим, какой у него уровень, слышь. Так, разработчики, пожалуйста, дайте мне возможность вот сюда при входе положить какую-то тряпочку, чтобы они ножки вытирали. Ну, либо дай возможность нанять мне уборщика. Я реально не хочу постоянно бегать с метлой. Мы с вами директора или кто? Так, украшение, набор охотника. Что еще здесь есть? Ну, такое мне, в принципе, не интересно. Мебель. Так, мебель, это что такое на 4 человека? А у нас там вроде и так на 4 человека есть. Или ошибаюсь? В элитном зале у нас. Ага, это на 2 человека, да? Давай тогда закажем 1 на 4. А за двушку уберем. Тоже сделать там пару столиков. Потому что если там будет очень много... Что я хотел? Вот. Если будет сильно много людей, то какой-то элитный зал, правильно? Слышь, еще раз, у меня здесь стул перевернешь, я тебе уже об этом говорил в прошлой серии, по-моему. Ага. До дома ты не дойдешь. Так, все, отлично.
отлично, отлично. Здесь пройти можем, можем. Поубирать здесь можем. Можем, в принципе. Здесь нужно поубирать будет. Все, отлично. Вроде бы чистенько. Идемте заберем мебель на 4 человека. Так, давай сюда. Потом нужно будет заказ сделать. Посмотреть. Так, мебель. Вот, да, на 2 человека, на 4 человека. Давай вот сюда тебя и заодно и поставим, да? Во, да, вот так вот. Здесь будет на 4 человека, здесь на 1, 2 и 1. Такого количества мне реально в моем заведении... А, вот есть еще. Блин, а может сюда? Давай поставим. Я передумал. Хочу сюда на 4 человека. А тут пусть на 2 будет. Все, оно как раз здесь станет просто... Просто идеально. Да? Да. Так, дай сюда. Одно место, два места. Возвращайся обратно. Там, где ты и был. Во. Вот это вот стоит несимметрично. Видите, слева зазор больше. Могу ли я тебя поставить ровненько, чтобы меня это все не муляло? Ну, не, все равно здесь больше. Ну ладно. Я думаю, перфекционисты от меня отписались, да? Так, суп еще есть. Да, здесь 10 порций. Давай, наверное... Ага, не потух, хорошо. Мы с вами нарубим дрова. Заберем оттуда суп и пусть еще готовит на всякий пожарный случай. Все, хорошо. Так, давай сюда. Ой, нет. Во. Так, где наш повар? Вот наш повар, да, начинает готовить. Шикарно. Нужно за корм не забывать им давать. И что я хотел? Правильно, сделать заказ и посмотреть по поводу бармена. Бармен третий уровень. Да, на 5 уровне, вроде бы на 5. Она должна уже по-нормальному готовить. Ну все. Смотрите, ребят, столиков меньше стало. Заведение как-то более уютно, да? Или нет? Я картины здесь развесил. Завидую тебе, как говорится, всех, кто не верил, что я смогу раскрутить свой бизнес. Так, что мне нужно? Мне осталось... Давай по 15 всего позаказываем. 15. Так, ну тут еще 10, потому что он сейчас потратит десяточку на суп. Здесь двадцаточка. Здесь тоже... Так вот. И будем по одной добавлять. Вот так вот. Тем более у нас бармен есть, повара есть. Смогут этим всем заниматься. Все. Есть. И осталось 4300. Улучшение. А ты сколько стоишь? 1700. Расширение ротоверны, новые клиенты, новая мебель, новая декорация, уникальные гости, новые события. Но до этого нам еще далеко, нам нужно вино и эль продать с вами. По 30 штучек. И после этой вот задачи, я уверен, будет, как и в прошлый раз, еще одна. Так что не рассчитывайте, что мы сразу в этой же серии все и откроем. Хотя бы мне этого хотелось. Не знаю, по поводу декораций, ну, заказал я вот зеркальце, заказал вот такую штуку, клетку. Здесь все поставил. Потом вот такие вот свечи поставил специально здесь, чтобы оно светило ночью. Не знаю, стоит его заказывать, не стоит. Стоит тратить денежку.
Просто место у меня здесь осталось вот под одну декорацию. Давай какую-то самую дорогую выберем. Чтобы люди приходили и завидовали мне. Набор охотника. Боевой лук. 275. Давай такую рыбку закажем. Сейчас ее сюда повесим. И все, и больше там нету ничего. Прям от слова забей. Дальше меня не пускают, я не могу понять. Может, мне нужно дойти до максимального уровня своей таверны, и тогда меня куда-то в другие места пустят. Потому что, по большому счету, там осталось совсем чуть-чуть всего открыть. Так, давай, пока место едешь, я водички наберу. Для нашей феи. Сейчас, 2 минутки, подожди. Вот, мой посудку. Давай сюда. Шикарно, и давайте украшать. Достать, вот, ля. Да ты шо, просто, oh my god. Все, шикарно, просто шикарно, 3000. Давай посмотрим, лестница здесь не появилась наверх. Не, лестницы нету. Она куда-то исчезла. Так, грязный столик. Но вы справляетесь же, правильно? По-моему, вы справляетесь. Давайте поспим до утра. А, хотя уже 5 утра, куда спать. Будем работать 24/7. Так, что вы, мои букашечки, отдыхаете? Так, колокольчик, официантка третий, хорошо. Хорошо. Ты тоже делаешь вид, что ты что-то делаешь, правильно я понимаю? Так, вот, давай сюда. Вот так вот. Что тебе нужны? Тебе нужна вода. Сейчас добавим воду. Вот это вот поле, видите, впереди, где пугало стоит? Вот это вон там. Интересно, оно мне будет доступно, либо нет? Блин, я хотел водичку не туда дать, ну ладно. Ладно, сбегаем еще раз. Можно ли будет там что-то выращивать нам? Потому что если нет, то смысл тогда с этого поля? Чисто так вот, декоративное. Так, давай. День-день, готовь. Готовь, пожалуйста. Мы сейчас добудем еще немножко дров. И добавим на гриль. Оно, конечно, все быстрее пойдет, когда у меня будет больше официантов. Ну, то есть, работа реально быстрее закипит. Но, опять же, много столиков я не хочу. Реально не хочется много столиков. Мне, в принципе, и так запах глаза, я же говорю. У нас с вами элитное заведение. А не просто разливай какая-то. Что ты, тренируешься? Да, молодец, умничка. Давай посмотрим по поводу декорации. Может, что-нибудь... А что, забилось столик? Да, наверное, забился. Мне. А. Понял. Понял, принял. А я уборщицу так и не нашел, там фею-уборщицу. И в дальнейшем там, по-моему, их и не будет. Так, дай сюда. Вот смотри. Бармен, повар, посудомойка. Угу. Угу. А уборщица в зале, такой профессии у нас здесь нет. Так, что я хотел? Я хотел посмотреть. Так, украшения. Что мы еще можем тут с вами? Бокалы за 75. Нам нужны бокалы. Чтобы их потом украли, но, да? Когда на входе мы их оставим. Нет, спасибо. Напольные часы. Ну и тоже, вот эту всю декорацию. Вот эту всю декорацию я могу ставить. Чисто, чтобы вы поняли, вот в этих местах зеленых.
То есть декорация вот здесь может стоять, здесь может стоять. Что здесь поставлю? К примеру, допустим, я поставлю сюда вот так часы. Они будут тут смотреться? Что-то я сомневаюсь, да, что тут часы у нас будут смотреться. Ну да. Такое себе. Так, ладно, давайте немножечко еще подождем. Посмотрим, нужно ли нам доставку что-нибудь, ресурсы. 9, да. Ну, давай еще десяточку. Давай десяточку. Мясо, овощи. Ага, не могу, да? Ага, ага, ага. Ладно, давай так доставим. У нас тут 16, и тут еще есть. Ну, в принципе, должно хватить нам. И как назло, вы видите, мне нужно продать эль и продать вино, и никто не заходит. Чтобы купить эль, купить вино. Ладно, давайте попробуем сбегать вот в эту сторону. Посмотреть, но рано лишь поздно меня же должны выпустить, правильно? Так, здорово, ребят. Ага, обращайся к нашему капитану или проваливай. Ага. Что у вас тут, ничего? Украсть нельзя. Блин, ну дай пройти, ну пожалуйста. Капитан. Ага, капитан не хочет со мной разговаривать. Ладно, давайте побегаем. В принципе, бар я могу спокойно оставлять. Мы можем с вами путешествовать. И тут тоже все закрыто. Либо это пока мисс ранит доступ просто. Интересно, что за ним? Что тут произошло? Не знаю. Может, позаметать надо? Не. Интересно, что тут произошло. Ну, давай сходим посмотрим. Интересно, я могу утонуть? Нет, не могу, потому что меня сюда не пускает ничего. Так, больше не убежит, как он смог что-то там. А, это он у меня воровал, да? Клятый, падла. Монетки, бочка. А что за бочка? Мебель. Доступна клеточка. Ля, шо нашел? Ах ты, падла, это ты меня воровал, да? А откуда у него туалетная бумага? Пошли повесим тролля на входе, да? Новая зверушка у нас с вами будет. Как мы ее назовем? Давайте назовем как-то зверушку. У гремлина должно быть имя. Как звали того? Гизмо, да. Все, это будет наш Гизмо. Идем, Гизмо. Будешь ты теперь жить вместе с нами. Так, менеджер. Ага, лошадка накакунила. Понял, я таки извиняюсь. Не хотел вам мешать. Так, давай коколе уберем. Уберем коколе и повесим Гизмо где-то тут. Согласны? Где мы Гизмо с вами повесим? Убрать? А если эту штуку убрать? Так. Не получится. Блин, ладно, тогда будешь у меня. Будешь у меня где-то. Нет, не здесь ты меня будешь жить. Где бы его так бы поставить, чтобы он никому не мешал? Блин, глобус из-за тебя уронил, падла. Давай что-то придумаем. Так, по идее, у нас где-то тут должны быть... тумбочки небольшие должны где-то быть. Есть же, да, такие? Вот, вот такая вот тумбочка. Давай закажем такую тумбочку.
И посадим туда гизм. И вернем сюда зеркальце. Так, на стены. На пол физически. Все, ждем тумбочку. Нужно будет где-то... Не туда. Нужно будет где-то поставить. Возможно, здесь придется столик убрать. И поставить сюда гизма. А столик мы уберем куда-то в другую сторону. Так, давай смотреть. Давай смотреть. Где ты? На пол. Вот так вот. Так, куда бы тебя поставить? Во, слышь, а давай ты у нас будешь тут стоять. Во. Попался, да? Который на базаре кусался. Все, гизма у нас будет жить здесь. Блин, может, ему сюда что-нибудь поставить? Ля-ля-ля, пытается сбежать. Прикольно, прикольно. Не-не-не, все, ты никуда не уйдешь. Интересно, можно ли ему что-нибудь туда рядышком поставить, чтобы ему скучно не было? Типа цветочек какой-то, либо, не знаю, еще какую-то живность. Так, отлично, отлично, отлично. Вас обворовывает ваш тайный приятель. Ну вот, я нашел себе. Че, нашел я того, кто меня обворовывал, да? Стыдно, скажи честно. Стыдно, я знаю. Сейчас я тебе цветочек поставлю туда. Тебе скучно там не было. Давай, где ты? Так, вот такое растение в горшочке, да? Либо кактус ему. Не, ладно, вот такое будет красиво. Иди сюда. Что ты, зайчка? Ага, а зайчка все еще... А не, вроде уже нормальное пиво наливает. По-моему. Так, сейчас гизма, возле тебя цветочек стоять будет. Вот так вот. А тем временем мы продали уже с вами 20 вина и 17 эля. Это хорошо. Это шикарно. Просто если будут еще какие-то задания сюжетные, то в этой серии не получится нам, будь здоров, выполнить и открыть сразу же следующий уровень. Хотя мне бы этого хотелось бы. Так, надо бы не забыть водички отнести на кухню. Так, давай сюда водички на кухню. Да, потому что у нее воды вообще нету. Покормить наших зайчик. И пошлите к гизму сходим. Что ты тут, бандит? Рассказывай. На. На, смотри. Нравится? Красиво? Красиво, я знаю. Прикольненько. Так. Сюда пишу, может, что-нибудь поставить интересно. Как думаете? Но оно вроде не влияет на привлекательность нашего заведения. Я даже не знаю. Оно вроде бы и не влияет на привлекательность. Шкура. Шкура, шкура, шкура. Там ты шкура, да? Так. Деревянный шкаф, котики. Блин, ну как без котиков? Крис, а куда мы, ребят, с вами без котиков, да? Так, ну нету ничего, ну то есть... Сами видите. Мне нужно выполнить задание. Выполняем, выполняем. Так, давай попробуем помочь, может. Как думаешь, может быстрее будет? Иди сюда. Так, все, пива никому больше не надо, тебе надо пиво. На, держим. И нужно с вином будет тоже.
А, вы понямали, хорошо. А вы стоите, ждете, да? Ну да, чё-то наши официанточки вообще не успевают. Прям от слова совсем не успевают. Так, а шо? Грязное. Угу. Пиво, пиво, пиво. Вот еще два пива. Отлично. Так, держи, держи. По-моему, этих двух подруг придется выносить. И эту тоже. Потому что когда они заказывают больше одного пива, их приходится потом выносить. Ну, в принципе, мне не тяжело это будет сделать. Что вам тут? Вина, да? Два штучки. Хорошо. Всем приятного. Сейчас официантка подойдет и принесет вам сыр. А я пока пойду посмотрю. Так. А, тебе еще одно? А ты, подруга, как-то нормально? Все хорошо? Да-да-да, сейчас дам. Не переживайте, сейчас дам еще пивчанского. Угу, тебе мяса хочется, да? Мясо, суп готов, мяса много, ну... Я буду сейчас чисто пиво подавать. Из-за чего? Из-за того, что я хочу, чтобы наши официанточки набирались опыта. Ну, то есть, быстрее это все происходило. Не хочется мне самому бегать. Ага, вижу, кто-то блюванул. Идем поубираем. Идем поубираем. Спасибо, что... Заблювала мне барную стойку. Божечки, можно чуть-чуть быстрее, женщина? Спасибо. Идемте к Гизма сходим. Что ты тут? Ну, либо проси прощения, либо останешься у меня здесь навечно. Так, давай пиво, хорошо. Мне как раз два штуки продать и нужно. Так, все. Мальчишки и девчонки, занимайтесь дальше. Ноль. Угу. Доставка, ресурсы. Двадцатка. Тут шесть. Десятка. Пятерка. Вот так вот. Хорошо. Идем теперь туда, к элите нашей. Посмотрим, что по поводу вина у них здесь. А что вам нужно? Столик на троих, да, хотите? Ребята, мне никуда нету его куда ставить, так что... Так что как-то так. Вот когда я заведение расширю, тогда я и поставлю сюда столик на троих. Так, на одного, на все остальное, да? А пока у меня нету возможности это делать. Я ж не могу выгнать наших людей. Погоди, давай. Подождите немного. Так, давай здесь уберем. Давай здесь уберем. Все, проходите. Проходите. Так, супа, супа, мясо, ну, мясо еще, хоть 15. Вот еще мясо подъехало, ребят. Отлично. Мне нужны дрова. На всякий пожарный туда, где мясо сейчас добавим. Специально, чтобы мог готовить наш повар. Вы задолбали со своими кокуле. Одни французы, понимаешь? Одни кокуле оставляют. Не, чтоб чаевые нормально оставлять. Они одни кокуле оставляют. Шо, и два сыра. Хорошо. Держи. Нужно еще 5 порций вина продать. Нужно еще 5 порций вина. Хорошо. Так, толчок вы мне еще не забили.
Отлично. Столик на троих. Все, шикарно. Давай здесь тоже поможем. Поможем. Блин, игра, дай возможность продать 5 вина и сразу открыть. А не продавать еще 12 порций сыра там, либо мяса. Потому что я начну скоро скучать в этой игре, и это будет моя последняя серия. Ну все, смотри, что мне остается. Ага, что-то я хочу водички, да, по-моему? Да, сейчас принесу. Можете покушать. Что мне остается делать? Только стоять на барной стойке, наблюдать этим всем, приносить водичку, приносить дрова, заказывать продукты на склад. И все, мы с вами стали успешными работодателями. Так, хорошо. Бизнес процветает. Есть ли тут вино у нас, которое люди хотят заказать? Нету вина, да? Ну да, уже час ночи. Давайте, наверное, мы закроемся. Сейчас обслужим вот этих вот последних посетителей и ляжем поспим. Так, мясо. Ну, мясо ему несу, да? На, вот сюда. Подымемся, чтобы обзор был лучший. Да-да, я стою на столе для раздачи, но ничего страшного. Мне можно. У меня обувь чистенькая. Сейчас они поедят. Пойдут, а мы ляжем поспим. Может, с утра больше клиентов придут. Так, 300 монеток. Да не, у нас и так 5000. Я не знаю, куда их тратить. Я не хочу вас торопить, конечно, но можно чуточку быстрее. Давай, жуй, глотай. Да, как собака, просто глотай. Все, одни ушли. Вторые тоже ушли. Все, можно ложиться басички. Спокойной всем ночки. Шикарно. Так. Ой, вы мои помощницы, ля. Помогаю, да? Умнички. Давай открываться. Давай смотреть, что у нас здесь. У тебя вода еще есть, дрова тоже. Нужно зарплату выдать нашим помощницам. Все, держите, сегодня день зарплаты. Так, я пойду в элитку туда посижу. Если что, то зови меня. Тут постоим, побудем. Хотя давайте, наверное, пока у нас есть время, сбегаем, посмотрим, может, еще кого-то найдем. Ну, типа Гизма себе найдем еще одного. Хотя навряд ли. Это навряд ли, тут тоже, да, меня пускать не будут. Я же говорю, возможно, что это просто ранний доступ, и это еще не... Это еще не готовая игра. И она дальше будет развиваться. Кто мне подскажет? И как вы думаете? Да. Та ты шо, тут Шрек есть, ля, огр. В натуре тут Шрек. Шрек, ты дома? Дон дистали библиотеке. Милое местечко, да, согласен. Оп. До побачення. Все. Все, теперь это моя рыбка.
Так. Аслу и Фионе привет передавай. Спасибо за декорацию. Так, вот тут я шлем себе взял. Ну как взял, нашел. Я там шлем себе нашел. Был. Не, ну не зря говорят, да, что тихо спиздил и ушел, называется нашел. Так что можно сказать, что я нашел. Я могу здесь рыбку повесить? Которую я у Шрека взял. Могу. Не, давай вот сюда. Во. Здесь место еще под декорацию есть. Ну, не знаю. Наверное, давай пока мы с ничего не будем тратить. Мне нужно... Вина, 5 штучек продать. Заходите, гости дорогие. Мля, какие. У нас тут девичник, да? Вот это сисюле. Вот это я понимаю. Не то, что эти какуле тут оставляют. Лучше побольше было бы сисюле. Да-да, ребята, не знал, я француз. Обучаю французскому языку недорого. Пишите в личку. Так, держи, зайчик. Так. Ай, ням-ням, да? Так, раз вас видеть. И вас я рад видеть. Да, я пройду и к тебя, малых, я тоже рад видеть. Все, вот это я понимаю, вот это рот, да? Сразу меня встречаешь. Чисто с порога, говорит, извини, заплатить вино не могу. Ну ладно. Намек понял. Сейчас сходим в подсобку с тобой. Эти барбарисок насыплю. Так, мне еще нужно продать при винам. Хотя, опять же, я сомневаюсь, что у нас получится сегодня это все сделать. Походу, толчок, да, засорился? Либо толчок засорился, либо кого-то вырвало. Да, толчок. Давай чистить. Блин, на меня работает 6 фей, у меня свое заведение. А я тут толчки чищу, это вообще законно? Это нормально? А, я застрял. Не хватало еще застрять здесь. Слышь, ты тут культяпками своими не размахивай. Давай, надо будет еще, чтобы она суп поставила делать. Все, отлично. Что тебе нужно? Вода и дрова, да? Идемте, водички принесем, а потом кинем ей пару палок в очаг. Раз, и... Давай, давай рубить. Ну? И еще разочек. Молодец. Умничка. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Так, что у нас тут? Да не получишь ты супа, давай. Ах ты. А, пшел отсюда, щенок. Будешь мне тут стульями разбрасываться. Так, я вот такие извиняюсь, что я вас подвинул, женщина. Вино. А вы можете? Да, можете. Отлично. Мне нужно...
Мне нужно попросить их подождать. Так, миссис Сисуле, подождите немножко. Сейчас они понимают. Но если вы сейчас не закажете вино, я вас сковородкой всех забью. Согласны? Так, подождите немного. О, давай вот так постоим просто. Просто наслаждаемся видами природы. Деревья, птички поют. Да, ребят? Да, нужно еще чуть-чуть немножко подождать. Я не могу так быстро, нужно время для этого. Божечки, вы можете быстрее жевать? Да, здравствуйте еще раз. Давайте мы немножко подождем. Давайте. А что-то с вами за два? За два этих... Хотел тут нагрубить, ну ладно. Вдруг они карате знают. Давай, ребят, пожалуйста, закажите два вина. Божечки, наследили. Есть, два вина есть, хорошо. Раз, два. Продайте колбасу 30, продайте сыр 30. No! Так, ребят, в этой серии реально не получится нам с вами улучшить наше заведение. К сожалению, придется уже в следующей, я без записи посижу. Посижу, попродаю это все, подожду. Так, с нашей феечкой все распродадут. И в следующей серии мы с вами уже будем... Где оно? Блин, ля, второй этаж, да, тут вроде есть. Вы видели? Там второй этаж есть, а чё я не видел? Только не решим, мы сможем потом на второй этаж подняться. Да, тут второй... Да, ты шо? О чем я? Ах, да. Потом мы с вами улучшим девятое расширение таверны. Новые клиенты, новая мебель, новая декорация, уникальные гости, новые события. Вот это вот сделаем за 1700. Как полки для сыра, склад увеличится и винная бочка увеличится. Но это будет уже потом, потому что, сами видите, колбаса и сыр нужно 30 штучек продать. А мы это сейчас сделать с вами не сможем. Давай с сыром. 20. Давай тут. Блин, как-то быстрее все идет, да? Заметили? Когда у нас помощницы появились. Когда у нас появились помощницы, быстрее как-то идет. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, и да потом, уже в следующей серии с вами все будем улучшать. Так что все, всем мур-мур.